Единую и неделимую команду «Самара» все-таки разделили на время товарищеского матча. Белые против синих. Вместе с молодежью на площадку вышли ветераны баскетбола. Игра прошла в дружеской атмосфере, но от этого не потеряла остроты. Цель товарищеского матча – привлечь внимание к проблемам самарского спорта и продемонстрировать класс юных баскетболистов. Это еще дети, да. То есть их надо еще растить, поэтому те тренера, которые это делают, я им благодарен. Низкий им поклон на самом деле, потому что, да, это очень неблагодарная работа, чтобы вырастить хорошего игрока. Парни в баскетбольном клубе «Самара» 95-го года рождения. Многие начали тренироваться с 6 лет, и далеко не все баскетбольного роста. У нас отличный тренер, и он создает такие ситуации на площадке. Всякие комбинации, розыгрыши мяча, то, что нам помогает на площадке, и рост совершенно ни при чем. Не допустить утечки мозгов из самарского баскетбола сейчас задача номер один. Вы придите на игру команды «Красные крылья» и увидите, там практически 99% игроков – это легионеры. Мы вместе хотим кардинально изменить ситуацию. Для этого нужно начинать подготовку резерва снизу. Тогда будут играть наши воспитанники. В этом году баскетбольный клуб «Самара» занял второе место на чемпионате России и взял бронзу на чемпионате Европейской лиги. Таких результатов самарские баскетболисты еще не достигали. Юных спортсменов поздравил глава города. Это замечательные результаты. И, конечно, то, что наши юноши так отыграли, дает надежду на то, что в будущем эти ребята сохранятся в Самаре. А значит, Самара будет вновь иметь громкие победы не только в стране, но и на международной арене. Сам товарищеский матч закончился с ровным счетом, а лучших игроков наградили ценными призами. Алексей Кнор, Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИС, События.